обещал разобраться, но у вас его не так. И последнее, как этот мост правильно называется? Железнодорожный мост. Железнодорожный мост, да. Хорошо, все, у меня все, спасибо большое. Да. Витя, где ты я? Снежко. Витя, Снежко. Смотрите, может лучше, если мы здесь встанем с плакатами и организованно встретимся? Нет. А на поте можно будет? Ну хорошо. Да. Чтобы, да, что-то организовано, поскандувало, так будет. Поскандувало, но в конце организованно сможем сказать, ответить на вопросы. Да. Виталий Махинко, председатель профсоюза трудовая солидарность. Расскажите, пожалуйста, классно шпала, с чего пришли? Рабочим, которые строили этот мост, задолжали заработную плату, кому-то должны год, кому-то должны за два года заработной платы суммы от 10 до 40 тысяч гривен. Вот. Уже 10 месяцев назад мы перекрывали этот железнодорожный мост рабочими, туда на пару часов нам пообещали разобраться, решить этот вопрос. Городская прокуратура возбудила уже до конца дня уголовное дело. Но, как мы видим, вот сегодня не так. Мы, кроме этого, пикетировали городскую прокуратуру, пикетировали Кабмин, пикетировали генеральную прокуратуру. Но до сегодняшнего момента ничего не делали. А когда вам прокуратура ходила, списала? Месяц назад. А как называется цель мост? Це, ну, железнодорожный мост на будущее. А по нему потяг уходит? Да, да. Что это за потяг? Ну, расскажи, пожалуйста, как это функционирует? Ну, по нему, допустим, я недавно ехал, ездил по Украине, по нему проезжал на скоростном поезде, поэтому он работает как обычный, можно даже принцип посмотреть, они используются. А расскажи, что это за компания вообще? Когда он будувався? Здесь получается подрядчики по этому мосту, это две компании, одна БМК Планета Мост, вторая БМП Планета Мост. Ну, это связанные предприятия. Они его строили совместно, как бы это один такой проект связки с Дарвинским железнодорожным мостом. Вот. И рабочим, ну, вот рабочим, которые его строили, уже там продолжали по разным акцентам, ну, большая вилка есть, от 2 до 6 миллионов гривен. А сколько всего людей пострадало вообще? У нас в профсоюзе есть 200 человек, которые здесь пострадали. Вообще цифра это где-то порядка не меньше, чем полтысячи. А скажіть, будь ласка, а от Укрзалізниця має взагалі хоч якийсь, ну, от хто, крім оцих приватних контор, ну, має якісь стосунки? Ну, дивіться, Укрзалізниця, вона є заказчиком. І наскільки мені відомо, я спілкувався з етажним управляючим, гроші повинні також і железна дорога. Хто? Подрядчик. Тобто Укрзалізниця не винна, так? Ну, ми вначале обвиняли железную дорогу, да, но когда вот вникли, да, на самом деле железная дорога за мост рассчиталась как заказчик полностью, а предприятие, которое строило, эти деньги присвоило и не рассчиталось рабочими. Скажите, пожалуйста, как долго планируете перекрывать? Чи заплановано сегодня рух какого-то транспорта? Ну, мы планируем перекрыть на сутки этот мост. Запланировано или не запланировано, я не могу ответить. Со своей стороны мы подали, поставили в известность руководство железной дороги, что мы его перекроем на сутки. Да, вот. Ну, возможно, они как-то изменили маршрут. Взагалі, в якому стані люди і що плануєте робити? Ну, от якщо навіть це перекриття не дасть. Бо вже таке чули, ми думаємо, що розбирати робочі хочеться. Так, у нас були такі мислі, але після тої акції, це було під Кабміном, почався Майдан, да, от, ми всі знаємо, що відбувалося в країні. Повним предложенням, говорите, які у вас були мислі, ну, у робочих? Ну, повним предложенням, пожалуйста. Рабочие действительно планировали и после акции возле кабинета министров прийти и приступить к разбиранию железнодорожного моста. Но начались тогда события всем известные на Майдане, поэтому ну, эта тема, к сожалению, для многих стала неактуальной. Вот. На сегодняшний день мы планируем, вот перекрывая железнодорожный мост, если же это не даст никакого результата, мы договорились с рабочими, пойдем под Верховную Раду и будем ждать депутата Машинского, который всячески препятствует проведению следствия, расследования правоохранительных органов. Почему он препятствует? Ну, потому что он является де-факто владельцем, это бывший директор этих предприятий, который должен, де-факто является владельцем. И
правоохранительные органы, есть даже видео, когда они по решению суда приехали изымать документы, он собственноручно со своими помощниками препятствовал выносить эти данные документы. Поэтому одно из наших требований сегодня не только выплатить заработную плату, а и привлечь депутата, беспредельщика, мажорского депутата.